Это мастерская. Похоже, братство захватило все древние строения этого острова. Полки хлипкие. Надавишь посильнее и рухнут. Это древняя резьба. Ей сотни лет. Полки хлипкие. Надавишь посильнее и рухнут.
древних руинах.
вас оружие! Или я сейчас убью старика! Лара, не вздумай! Ладно! Ладно! Не пугал, я родом из Глазго! Кидай в пропасть! Да! Нет, Грим, они за это заплатят. Дворец. Надо добраться до дворца. Вот она! Режь веревку! Сейчас! Прикрываю, девочка. Можешь забираться наверх. Слава богу. Рот! Да. Грим погиб. Они взяли его в заложники, чтобы я сдалась. Он не позволил им. Грим. Старый упрямец. Это все из-за меня. Нет, не вини себя, Лара. Отомсти им. Мы помянем старика, когда выберемся отсюда. Я хочу подобраться ближе. Ты можешь снова меня прикрыть? Подожди. Да. Я прикрою всю зону до самых стен дворца. Отлично. Спасательный вертолет N-888RS принял сигнал бедствия с корабля Тринити. Говорит Конрад Рот с Эндьюранс. Вы меня слышите? Лара, ты слышала? К нам летит спасательный вертолет. Это отличная новость, Рот. Подай сигнал, а я иду за Сэмми и остальными. Лара, может мне? Это не то, что с пилотом, Рот. Я втянула в это Сэмми и остальных, и сама их вытащу.
Так, Лара, на мосту полно охранников. Здорово. Что делаем? Можно пройти под мостом, но это трудно. Так и знала, что ты это скажешь. Не волнуйся, я буду тебя прикрывать. На мушке. Хорошо. Что там внизу происходит? Думаешь, они прикончили девку? Не волнуйся. Если нет, она придет к нам. Отец Матиас отправит нас к Воне, если мы ее упустим. Не упустит, не переживай. С нами императрица Солнца. Я думал, что потерял тебя. Как ты? Еще бы чуть-чуть. Я его не вижу. Стой! Не двигайся! Они тебя заметят! Жди! Пошла! Стой! Подожди! Еще не время! Давай! Стой! Подожди! Подожди! Лара, все в порядке! Спасибо, что прикрыл. Теперь мы в расчете. Лара, берегись! Получилось? Она сдохла? Не знаю. Не вижу. Выжившие. Лара, их слишком много. Уходи оттуда. Я их вытащу и вернусь. Даю слово. Свобода!
Я знаю, что вы мечтаете покинуть это место, но для этого мы должны освободить нашу императрицу. Как и мы, она пленница. Если мы освободим ее, то освободим себя. Эта девушка, в ней течет кровь этой земли. Она может стать ключом. Огненный обряд откроет нам истину. Мимико, ты первая и последняя. Скажи свое слово. Ты убила нашего брата. Теперь я убью тебя. Это тебе за Владимира. Хватит! Дмитрий, Николай, ведите ее ко мне. Любое существо будет бороться, если речь идет о его жизни. Не думай, что я не понимаю тебя, девочка. Просто я борюсь намного дольше. Приготовьтесь, братья! Наша императрица будет говорить! Скажи свое слово, Мимико! Говори с нами, пламя! Прости меня! Посмотри на меня! Посмотри, слышишь? Она! Это она! Скоро, братья! Скоро мы будем свободны! Отведите ее в тронный зал. Твоя борьба окончена. Возможно, огня. Этот остров – настоящая психбольница. Матиас уверен, что всех тут удерживает дух Пимика. Это невозможно. Просто невероятно. Но в своем безумии он зашел так далеко, что уже неизвестно, насколько он безумен. Вертолет не годится для бегства. Ты это знаешь, Лара, точно знаешь. Надо предупредить остальных. Если мы им воспользуемся, то погибнем. Thank you.
братьям свою работу определяет, но они что, вкалывают? Пока Матиас доказуху на свою, типа, духовную связь с императрицей предъявляет, они верятся и не рыпаются. Вот прием в братство — это да, штука жесткая, там такая фишка, он как говорит, пока в человеке не истребить все человеческое, он бесчеловечным не станет. Вот мы отправляем новичков в пещеры голодать там, сражаться, когда на несколько дней, когда на несколько недель. Кто уцелел, добро, как говорится, к нам пожаловать. И вообще, если честно, вот я и сейчас догнать не могу, к какой такой силе Матиас подсосался. Да и горя оно. Нам никогда с этого острова отмороженного не свалить, мы тут как в аду. Хотя мы такое творили, кто ее знает, может, мы уже реально в аду. Похоже, начало 18 века. Веера из черного шелка – это атрибут погребальных церемоний высшей знати. Ничего. Ничего.
пошел! Нечестивцы подожгут это дерьмо! Черт, ладно. Ненавижу эту дыру. Так, я пойду проверю, а ты побудь здесь. Спасибо, брат. Смотри, осторожно там. Расслабься, все равно проиграл. Ах, черт, только не это. Так. Хотела я этого писать, но может так получиться, что другой возможности поговорить с тобой у меня не будет. Твоя мама, как всегда, вляпалась в неприятности. Мне придется уехать далеко и надолго. Я хочу, чтобы ты знала, все, что я делала в этой жизни, я делала ради тебя. Может, где-то я и напортачила, но не со зла. Мне больно думать, что если у тебя что-то случится, меня не будет рядом, и я не смогу тебе помочь. Если я не вернусь, разыщи Конрада Рота. Ты с ним никогда не встречалась, но он лучший из всех, кого я знала. Он твой отец. У тебя его улыбка. Ты самое лучшее, что есть у меня в жизни. Я очень тебя люблю. Thank you.
Веер для особого случая. Возможно, свадебный. На вид ему не дашь больше пары лет. Совсем забыл про запах. Все тихо. Вряд ли она здесь. Может, свалим? Нет, нужно убедиться. Обыщем яму. Эй, что тут у вас? Эй, нас послал Николай. Он нам приказал. Вернее, охранники передали. Мы лично его не видели. Ему нужен один пленник, который новенький. Ладно, показывайте. Отведем... Новые слуги склоняются пред тобой. Голосом мы славим тебя. Сердцем мы почитаем тебя. Огнем мы сияем с тобой. Ты наше солнце. Ты наш свет. Ты обещаешь нам рассвет. Своих детей ты не забудь. Явись и укажи нам путь. Теперь ваше место... Среди нас, братья, вознесите хвалу императору! Июня 2011-го. Идут годы. Часто во сне я слышу шепот. Это шепчет императрица Солнца. Она торопит меня. С каждым рассветом мне является ее прекрасный лик. Это знак. Уже скоро, совсем скоро. Братья трудятся, не покладая рук. Они строят город во имя императрицы. Из всего того, что она собрала на этом острове. Они пытают чужаков и приносят жертвы во имя императрицы. Еще немного, и мы найдем ту самую. Я мечтаю покинуть не только это
этот остров. Я мечтаю избавиться от всего, что сопровождало меня столько лет. Груд мусора, смердящих трупов, тотального убожества. Если я верну мою императрицу, все это исчезнет в одно мгновение. Подобно восходящему солнцу, она зальет божественным светом все земли и моря, сжигая все на своем пути. И вот тогда, после этого очищения огнем, у меня начнется новая жизнь, безгрешная и счастливая. В родных веерах 19 века часто записывали стихи или памятки о важных событиях. Засуну твои стрелы тебе в задницу. Бойкая бабёнка. Эй, не доставай! Со мне! Вперёд! Все нипочем. Он сражался до конца. Благодаря ему я здесь. Здесь скоро будет спасательный вертолет. Я знаю, что Сэмми держит отдельно, а Уитман где? Надеюсь, не в гостевых палатах. Видать, мистер Шоу выпросил комнату получше. Найдем его. И Сэмми тоже. Но отсюда мало что можно сделать. Сейчас я вас освобожу. Ну что, давайте попробуем еще раз. Ну-ка, ребята. Так, внимание! Вместе! Бесполезно, Рейс. Готовы? Прыжок! Проклятие! Лара, здесь происходит что-то странное. Мы слышали разговоры о духе Солнца. Императрица Солнца, владычица Яматая.
Да ты шутишь. Это... считаешь, это Яматай? Да. Похоже, это правда. Ну, хоть что-то. Все же нашли это место. Не то, что мы ожидали, да? Недооценка года. Сэмми как-то связана с ней. Местный вождь считает ее ключом. Прекрасно. Тут есть свой Чарльз Мэнсон. Его зовут Матиас. Бедная Сэмми. Надеюсь, мы ее найдем. Действуем по порядку. Сначала надо освободиться из клетки. Здесь все едва держится. Пол уже ходуном ходит. Не думай об этом, Лара. Просто вытащи нас. Отлично. Прыгай. Мы будем
Никто не уйдет. Это я слышала перед крушением. Обряд из гробницы Пимика. Почему он так интересует Матиаса? Что случилось? Они перестали видеть во мне угрозу и разрешили ходить почти свободно. Вы знали, где остальные? Да, Сэмми схватили. Но что я мог сделать без оружия? Это братство – антропологическое чудо, Лара. Они чокнутые убийцы, доктор Уитман. Нам всем нужно выбираться отсюда. Да, конечно. Я посторожу здесь. Скажешь, как там что? Полагаю, ты не совсем понимаешь. Ты избранная, Саманта. Это большая честь для тебя. Для всех нас. Кое-кто уже начал сомневаться, что мы тебя найдем. Но ты здесь. Послушайте, я знаю, что вы считаете меня особенной. Но это не так. Я не хочу быть избранной. Не имеет значения, чего ты хочешь. Важно, кто ты. Кровь Пимика течет в твоих жилах. Думаю, ты это знаешь, Саманта. Зачем все это, Матиас? Это же сумасшествие! Ты ищешь причины там, где их нет. Когда-то я тоже сделал эту ошибку. Тогда я думал, что сюда могут дойти корабли и долететь самолеты. Я просто хочу домой. Я хочу, девочка. И много лет ждал этого дня. Я жил ради него. Ты думаешь, я не пытался бежать отсюда? Это невозможно! Мы все здесь в ловушке! Но ты, Саманта, в твоих силах освободить нас! Многие отдали свою душу за этот дар. Огонь все разгорается. А вторая девка исчезла. Надо с этим кончать. Дмитрий, сторожи ее! Лара! Боже мой, ты здесь! Я уже решила, что схожу с ума! Все хорошо. 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 Мое оружие. И как теперь отсюда выбраться? Надо уходить, пока он не вернулся. Уитмен! Уитмен! Черт, где же он? Беги! Назад! Тронный зал! Лара! Лара! Беги, Сэмми! Я найду другой выход! Да! Come on.
Найдите избранную, а это моя.
Подойдите ко мне! Идем с нами! Мы тебя не обидим! Сэмми! Беги! Вперед! Стреляйте! Вот она! Стреляйте!
Лара, перелезай! Скорее! Иди к Роту, я за тобой. Но в вертолет садиться нельзя. Просто поверь мне. Прошу, поверь! Беги! Улететь!
такой погоде! Мы не можем их бросить! Я с большим трудом добрался сюда! Вниз! Мы разобьемся! Быстро! Черт! Да вы совсем рехнулись! Ничего не смогу. Прости меня, Лара. Прости. Ты все сможешь. Ты ведь Крофт. Нет. О, Боже. Как ты, Лара? Как она? Ну да, бедная Лара. Что, забыла, из-за кого мы вообще здесь? Это нечестно, Рейс. Ты права. Зря я так сорвалась. Просто Рот. Не знаю, как мы теперь без него. Давайте перенесем его в подходящее место. Он погиб как воин. Похороним его как воина. Старый катер на берегу. Надо его починить. Попробуем. Не получится. Нам не покинуть этот остров. Да ладно, Лара. Что ты такое говоришь? Мы все обдумаем. Все вместе. Разработаем какой-нибудь новый ты план. Ты не понимаешь. Никто не понимает. Оно не выпустит нас отсюда. Оно? Лара, тебе нужно поспать. Я всегда первым признаю наличие аномалий. Но этот остров – одна сплошная аномалия. Я здесь не сдохну! Ремонтирую катер, и мы убираемся отсюда! Ты же знаешь, что здесь нечисто, Иона. Я уверена в этом. Я знаю, что логика не поможет нам понять это место. Ты считаешь, что интуиция – это слабость. Но это сила. Доверься ей.
ты нужна нам, Лара. Верзила прав. Я не могу пока уйти. Мне нужно время. Ты знаешь, где мы. Приходи, когда будешь готова. Мы никуда не уйдем без тебя. Держи при себе. Рот, что же мне делать? У тебя есть интуиция. Доверься ей, девочка. Никто не уйдет. Эти бури, они как-то связаны с Императрицей Солнца. Это она нас не отпускает. В монастыре есть ритуальный зал. Если штормовые стражи охраняют именно его, то ключ к загадке бурь именно там. Тайный вход со стороны реки. Катер. Я поплыву на нем вглубь острова к ритуальному залу. Иона! Рейс! Черт возьми! Я должна была пойти с ними. Лара, прости. Я тебя в это втянул. Я обещал твоему отцу в нашу последнюю встречу. Я поклялся ему заботиться о тебе, беречь. А что из этого вышло? Я навлек на тебя беду. И теперь ты обо мне заботишься. Знаешь, ты очень похожа на своего отца. Он был умнее, мудрее и сильнее всех, кого я знал. И он никогда не сдавался, как бы тяжело ему ни приходилось. Конечно, я переживаю за тебя, но знаю, если кто-нибудь и сможет здесь выжить, то это ты, Лара. Что бы ни случилось, знай, я любил тебя как дочь, которой у меня никогда не было. Я горжусь тобой. Слезами горя не поможешь, так сказал бы Рот. Не верится, что его больше нет. И никогда уже больше не будет ни его, ни рассказов о моих родителях, ни походов в горы. Боже, лучше бы они меня убили. Но нет, вот она я, жива, здорова. И точно знаю, что ни корабль, ни самолет нас отсюда не вывезет. Сейчас точно. Я чувствую, что разгадка как-то связана с Пимика. И этим монастырем. Надо действовать. Надо найти выход.